Где начало? Воу-воу-воу-воу, опять Фридрих. Шикарно. Я так понимаю, самый популярный самолет этих выходных. Фридрих. Ну чё, Оставь свою кого? буржуйскую, оставь свою буржуйскую речь на завтра. Я даже не замечаю. Ну, тебя поставили в упрек просто за то, что он сидит и ведет, короче, англоязычные стримы. Пытаюсь. Чувствую себя униженным с гордо поднятой головой, да? Вы мне потом еще спасибо скажете, это называется. За что? За все хорошее. За все хорошее? Ну, может быть. Денежки-то на медальке. Слушай, я вот сижу такой, мышкой крутнул в сторону, и так медленно-медленно меняется Вот, смотри, пейзажик. Олевич правильно в ее сторону думает. Петрух, я вот тоже думаю, надо было отделять вчера по поводу того, что новичков от папок надо было разделять в группы в другие. Ну, не факт. Нет, ну а что это такое было бы? Чемпионат он и показывает, понимаешь, чем ближе к хвосту таблички, тем больше остается папок, тем меньше новичков. И в конце останутся все новички и один папка. В этом смысл чемпионата. Смотри Потому... таблицу вылетов, вот тебе ранжировочка как раз и есть. Тут прикол в другом. Тут реально можно, ну, у тебя получается, ну, папок, давай их наберем 20 человек папок. То есть один к 20, что ты попадешь первый раунд на папку. А потом уже, в любом случае, там, я не знаю, там максимум в нижней таблице будет один или два папки. И то есть, по идее, если ты тренировался, что ты как бы из себя представляешь, как бы, ну реально, ты не просто так пришел. То есть, по идее, у тебя есть шанс повоевать, я не знаю, очень долго. Получить опыт, да, это та же самая тренировка. То есть, Потом как бы... в рандоме потом уровень очень сильно Так, ну чё, повышается после таких смотрим. турниров. Ну А тем не давай, менее, финал. тем не менее... А, тут говорят, что у папок своя сетка, у новичков своя. Ну, возможно, в дальнейшем мы что-нибудь подобное проведем. Возможно. Детская лига? Ну, не знаю. Детская лига. Как отделять мух от котлет? Ну да. Да. Так, у нас По схождение, котлета. статистике есть Да. схождение, уходит, Он наверное, летит уже вниз. крупненские. Он летит вниз. Он Он летит по прямой. летит вниз. Сережа, без Хантер. эмоций. Не Я забивай шучу. эфир. Я шучу. Смотрим, а кстати, что делать действительно Хокнантер? Он, по-моему, пропустил свою цель. Как-то он сейчас так очень-очень медленно У него вывешивается. лагает, по-моему, у него дерганные какие-то движения. Ой-ой-ой, да это уже спингалет же у нас будет сейчас. Или он летает на мышке, или на чем-то непонятном, потому что подерган он двигается очень Ну, сильно. кстати, да, он действительно дергается. Сервак-то какой выбрать? Сервак-то какой Сервак, не выбрать? знаю, Потому что надо он у там Гендера летает, они узнать. в Америке. Смотри, Там они все друг летают. друга потеряли, и вот сейчас Рупнинский Нет, видит нет. его, пытается на него зайти. Ну, как-то... А, ну Крупинского нет. тоже лагает, кстати, я вижу, его дергает. У Крупинского? Да, Он его там не не русский сервер подергивает. поставил случаем. Я не знаю. Анес, сходишь потом в этом, в между раундов узнаешь? Все, уже плотно на шести. Крупинский атакует. Что-то прям очень добро он как-то атакует, прямо скажем. Вроде хороший жирный прострел и никаких эмоций. Плотная 6. Ничего уже не сделает у нас Халкхантер. По крайней мере, из вот Да, сейчас слушай, это видно. русский сервер, потому что у меня Им пинг пересоздать 151. надо, да? 32, да. Гент косякнул. Да. Это победа, и надо пересоздать комнату, потому что тяжело будет пилотом Серег, летать в ты ему таких скажи, потому погодах. что он ко мне вот так уже. Я уже тыкал первым. Хорошо, сейчас. Завтра Бирюза, завтра матч. Матч Какой? просто Сакана Аарон. Ну, это будет самый... Сакана Это будет просто, это будет самый сочный персик из всех, Я наверное. просто думаю, там Сакана страдать сразу начнет. Не, я видел, как они дуэлятся.
Не, он морально страдает, дуэлится, но может и хорошо. Но каждый раз он с Арном страдает. А во сколько они? Сейчас посмотрю. Так, тем не менее, мы пишем. Крупинскому единичку. Потому что я думаю, что перезалета, видимо, не будет. Это Вин. Это Вин, уверенный, честный. Ничего такого. Так, я смотрел матчи, но отвечал девушке, извините, сейчас. Вообще шикарное занятие. Пойду матч посмотрю. Ну или девушке отвечу. Не-не-не. Так, где этот мега мощный жирный матч, который просто... Так. Вот он. В 15 по UTC, это в 16 часов, это 6 часов вечера. Ну, норма. Я смогу. Я сумею, я смогу. Блин, что ж сегодня-то столько палева-то было, а? Прям я просидел весь день, не буду. Ну смотри, по информации, короче, у Крупинского 150 пинг, у Ханктора непонятно. Он пересоздали комнату. Покидаем комнатку. Выбираем симуляторный. Там, кстати, комнату не обязательно покидать, там прям хост может прям на лету менять сервер. Я знаю. Тут ты знаешь, а я-то не знаю. Так он пересоздал. Игрок не найден. Не туда заскочил. Готов. Я тут чайничек поставил, он тут на заднем фоне у меня шипит немного. Это тишина. Чайничек, это хорошо. Тебе это помогает бананы запивать? Да. Банан с горячим чаем, знаешь, какая тема? Серега неправильно все это делает. Извиняюсь, не то сделал. Надо чайничек ставить, который со свистком. Вот это самый православный чайник. Судейский чайник. Чтобы свисток с шариком был обязательно. Поставили сейчас европейский сервер, я думаю, полегче будет. Откуда у нас Hulk Hunter? Сейчас. I need to look right now. Ну, сам посмотри тогда. Of course. Слышь? Of course. Так, ну, есть начало. Сейчас должно быть интересно. Да? Пинг у меня сразу 70. Вау. Вот, это европейский. Парни, у участника должно быть получше. Ну, это хорошо. Товарищ с Ирландии. Дублин. Вау, Дублин. Я бы хорошую сейчас включил. Народную ирландскую, но меня забанят на YouTube за это, поэтому нет. Есть отличные паб, Irish Pub Song называется песенка, ребята, загуглите, кто желает. Отличная, бравая ирландская песня. Это Shipping from the Boston или как там? Или не это? По-моему, как раз она. Анны, как дела? Да ничего. Нормально. А ну я прям отдельное огромное спасибо. Много чего делают. Вообще прям. А Аарон тоже.
Называется Аарон группа... не зря был повышен в звании. Да-да-да. Аарон у нас стал тоже одним из главных арбитров матча. О, по фэншую, хорошо. Матчей. Матча, матчей. Есть старт. Наблюдаем. Приветствую, ребят. Всем привет. Да, привет. О, здравствуйте. Слава, это пишет. А, что это? Ладно, смотрим восхождение. Ты за Крупинский смотришь? О, я за Хантером смотрю, смотрю, что Крупинский пошел наверх. Сделал хоть какую-то попытку схождения. А вот Халк Хантер у нас очень спокойно отнесся к пролетающему мимо самолету. Так. Ушел на вертикаль, да, вальяжно поглядывая, в результате сейчас может получить прострел. Нет, не будет. Решение у нас от Крупинского. Уходит он вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то интересно такое ощущение, что один плевать хотел на другого. И один стоит в вертикальном, короче, в вираже. А второй просто в вираже. Это хочу заметить, что Крупинский идет без срывов вообще. Экономит энергию, да, он очень. Ну вот, смотри, у него сейчас должно быть решение. Атака будет? Нет, тяжело. Не под капот. Не, вот сейчас. Да, есть атака, есть прострел. Не вижу каких-то, видимо, повреждений. Я чуть-чуть пропустил это дело. Да что ж такое-то? Видами случилось. Ой-ой-ой, сейчас жестко будет. Стреляет у нас Крупинский, есть повреждение. Ой-ой-ой, водичка побежала. Ну и сейчас будет добивание, скорее всего. Левая Пучка консоль у Хантера прям очень сильно такая поврежденная. Приболела левая прям консоль. Боюсь, что уже ампутировать ее сейчас будут. Доктор Черт. Крупинский выезжает на прострел. Нет. Нет, смотри, ну, очень резко дернул ручку у нас Хантер, и еще попытка Оп. Стрелять. Ну нет. Ой. Ну Хантер уже так даже и не уворачивается, как будто смирился а у со него своим поражением. Как бы нет возможности. Посмотри, какая у него консоль левая поврежденная. Все. Отлетела правая. Отстрелили ему правую, и это вин. Ну, опять же, у нас. Смотри, у Хантера у него. Опять он как-то дерганно летает. Ну, кстати, да, такое ощущение, что у него просто плохой интернет. Ну, заметьте, сервер EU, но у Купинский из Соединенных Штатов, а как раз-таки товарищ Hellhunter, как по нашим сведениям, из Ирландии, то бишь, по идее, у него намного лучше должен быть, чем у Купинского. Не знаю. Насколько я слышал, Крупинский сообщил, что пинг у него был 150 на этом сервере. Так точно, да. Ну вот на этом? О, да. Или до того, апрелька, как поменяли? Привет. Апрелька, привет. На да, этом, кстати. На финальном. Странно. Вон, я в чате, кстати, комнату кинул, песенка. Группа Room Jacks с песенкой An Irish Pop Song. Обалденная задорная песня. Я рано нажал в бой. Карта еще не закрылась. Черт побери. Вот я лошара. Сережа Ничего лошара. Тебе так закинуть. У нас появились конкуренты. Кто? Зайди в War Thunder, это про группу. И что там? Там чуваки, которые любят Биошок и Золотые Орлы. И реалистичные бои. Господи, а прости. Поехали, да, уже? Да, поехали. После стрима. Okay. Есть начало. Так, ну давайте, я не знаю, давайте за Крупинский посмотрю. Ну, а я буду, да, я за Хеллхантером буду смотреть. Заодно и посмотрим, будет ли это финальным боем. Очень необычное схождение у ребят. Я бы не сказал, что они профессиональные дуэлянты. И Хантер вынуждает нарушить правила Крупинского. Потому что Крупинский сейчас подходил, ну, чуть ли не под 90 к нему на схождении. Они не пересеклись крыльями, и я бы Крупинскому сделал предупреждение.
если бы это хоть какое что-то предупреждение влияло. Тут все было по правилам. А он на схождении, он не прошел еще цели, уже был до ворот под 90. До ворот ты неужели там под 90? Под 90 прям. Но дело в том, что Хантер летел по прямой, по несовпадающим курсам, поэтому как-то вот смысл это не меняет. Ну все. Ну тоже да. Все, это все. То есть ситуация, конечно, это не меняет, как-то очень быстро слился Халк Хантер. Но тем не менее бой был, и это замечательно. Что ж, ждем продолжения, ждем новых боев. Всем welcome. Третий матч, все так быстро, прям эгей. Да, здорово.